Католические приходы Европы могут принять около 500 000 беженцев, если они последуют призыву Папы Римского Франциска, сообщила американская газета Washington Post. Папа Римский Франциск в воскресенье призвал каждую католическую общину Европы принять одну семью беженцев. Понтифик сообщил, что первыми семьи беженцев примут два прихода в Ватикане. Журналисты посчитали, что если каждый из 122 тысяч католических приходов Европы примет семью беженцев из 4 человек, то общее число получивших приют окажется близким к 500 тысячам человек. В частности, 12 тысяч немецких приходов могут дать крышу над головой около 30 тысячам нуждающихся. Однако, как отмечает газета, правительство Германии ожидает до конца года около 800 тысяч заявлений о предоставлении убежища.